Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Сегодня будем играть за тюнингованного альпаку Паку, побегаем в странном зоопарке, но перед этим, ребятки, есть новости, да, там разработчики отправили уже тем, кто участвовал в акции, в битве, так сказать, да, тигров против волков, там тигры победили, им уже пришел на почту изумрудный сундучок. Поэтому можете его забирать с почты, кому там он нужен был. Запустили акцию, ну, они улучшения, которое называется, и что? О, кстати, починили, смотрите, уже не откидывает назад. Ничего себе, не прошло и года, да? Или двух? Неважно. В общем, 5%, ничего нового. Не знаю, качать, не качать, подумаем еще. В магазине из интересного то, что, ну, легендарный ресурс, то как всегда, да? Ничего особенного по такой цене. Вот, наборчик, кому интересно, вот цена, рандомную 4-зоточную штучку можно получить. Будет ли повторка или нет, вопрос. Я открывать не буду, ясно дело, потому что, ну, это бред. Тут, в общем, я не особо знаю. Ну, в общем, ладно, лень читать, поэтому не будем. Ну, там вроде бы не было написано, что это будет неповторяемая карта. Было написано какая-то другая, вообще, так сказать, опознавательная фигня. Ну и лабиринтик, конечно же, давайте отправимся в него. Попробуем сегодня удачку. На каком сегодня этапе? В прошлый раз я уже не помню, на каком, вроде на 7-м или на 8-м был бот. Или на 4-м. Я уже забыл, ну, неважно, в общем. Идем, посмотрим, все равно лабиринт подкручен, как бы, на 11-м был, во, на 11-м в прошлый раз был бот, вспомнил, в этот раз должен быть пораньше, вот сейчас на 3-м должен вылезти, по идее, ну-ка, смотрим, оба, нет, не вылез, видимо, чуть получше тут шансов в этом лабиринте все-таки, на то, что вы проходите выше 5-го уровня, а то бывают такие лабиринты, что и до 5-го невозможно дойти, ржачно, конечно, а ну, только говорил о таких лабиринтах, совпадение, конечно, конечно, ну, как говорил, через раз примерно, кидает то, что вы можете дойти до 10-го, или пред 10-м где-то бодик кидает, либо вот кидает на второй раз, к примеру, один раз так, да, что вам даже до 5-го не будет дойти. Неподкрученный лабиринт. Да? Да. Все, с этим мы определились, вроде бы больше ничего интересного в игре зубы не происходит, и не факт, что произойдет, ну, в общем, вы знаете, разработчик, от них ожидать ничего не приходится. Ну, и, кстати, вот, ребятки, по поводу альбома, давайте еще немножко пару слов скажу. Альбом, вот он, красивый, 7 дней остается. По идее, должны запустить еще одну дорогу лап, и по идее, она должна добить нам хотя бы вот этот сундучок. Ну, или хотя бы, или фулл альбом должна добиться. Но, что-то мне кажется, что разработчики просто, как бы, это самое, обернули стир пепера в другую обертку, другими механиками, так сказать, по типа, по-другому, да, а в реальности это та же самая фигня, которая вам ничего не даст, что вы не сможете пройти, потому что фиг вы соберете, ну... Без вот этих вот покупочек дополнительных, да, там на 1005 гемов, на 10, возможно, себе фулку. Ну, это на мой взгляд, а там посмотрим, как говорится, время покажет. Еще 7 дней у нас есть, чтобы это оценить. Но, в любом случае, я уже говорил, немножко беспонтово. Хотя, да, по 500 гемов с дороги лап лутать, в принципе, дорога лап не такая легкая, точнее, не такая сложная. Это смотрится неплохо. Но, все равно я считаю это бредом. Должно было быть намного все по-другому, лучше и... И лучше, да. Вот должно было быть все лучше и профитнее, но... Я, если сейчас не очень хочу второй раз это все делать, проходить, ну, пока не изменят, да. То есть, если изменят там награды какие-нибудь, то я бы это самое, я бы был готов еще раз пройти. Ну, хотя бы если улучшат награды хотя бы раза в два, наверное, если улучшат. Я уже не говорю там о том, что они в 5 раз хуже, чем должны быть. Ну, хотя бы раза в 2, если бы улучшили наградки, то я бы, наверное, все-таки попробовал пройти еще разочек. Ну, а так вообще, ради этих наград... Ну, не очень хочется, да? Гемы слил, а смысл от того, что я слил, как бы, вот, ради золотого сундука, серьезно? Золотой сундук? Ой, ради золотого сундука, как вам, нравится? Нравится. И то не факт, что мы его даже золотаем, потому что, а вдруг не выпадет мне вот эта однозвездочная фигня? Опять же, шансов на однозвездочную фигню будет не так много. Вообще не так много, я бы сказал. Будем сейчас акула додушивать, чтобы у него усиления урона не было никакого. Касатка Ванда просто фигово играет. Очень фигово. Чтобы вы понимали, у нас здесь была... Я не помню, кто был. Кто-то из моих союзников здесь был. А вот кто, не помню. Кто там был, вообще не помню. Любитель поубегать на бриз убегает. Ой, любители поубегать. Душные любители поубегать. Ля, один убежал. Ля, ля, бежит, 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 бежит. Цель убежать, цель убежать. Гранатку не успел кинуть, обидно. Ну, в любом случае, здесь победим, я так чисто по фанчику играю по ним, потому что, ну, это альпака, ребятки, он имба. Слишком имба, чтобы проигрывать, поэтому тут просто бегаем, кнопочки нажимаем, все умирает и как бы без проблем нагибается. Главное кнопочки нажимать успевать, а то я не очень успеваю сейчас. Ну, вроде нормально так нажимается, более-менее. Ну и вот, сложно,
Несложно. Бегаешься, кнопки нажимаешь, а имба альпака все убивает. Ну и вот она, победка реализована. Так вот, я там говорил о альбоме, который не очень профитен. Да, именно так, ребятки, не собираюсь я больше его, если честно, проходить. Такие себе награды. При том, что тратишь кучу времени, да, многие, как бы, части, да, назовем это так, дороги лап проходятся почти ничего не делая. Ну вот там, по расслабончику играю. И как бы не проходятся, ну да, иногда приходится там по 20 боев, по 3, ну по 20 чем-то, ладно, мне приходилось максимум за это все, за две эти дороги лап делать, набивать, ну не скажу, что сложно, просто через ботика все в принципе красиво делается, заодно и рейтинг на панде набивается на жирафе, потому что я больше на других этого не делаю, потому что мне лень, ну и вот к чему это приводит. Поэтому просто сейчас ждем, что будут вносить изменения или не будут вносить изменения разработчики, очередной гений, которому надо побегать весь бой. Молодец, молодец, прям интеллектуальная мощь. И вот, кстати, в начале этого боя, ну как в начале, где мы на центре дрались под фонтанчиком. Ну, Яски дрался со сквадом другим, и еще кто-то с нами был. И вот этот кто-то, он хорошо, неплохо отыгрывал, потому что он там убил... Ну, он, в общем, урон внес неплохой, какой должен был наносить. Я не помню, кто это был. Мне кажется, это было 10 джейд, сандалем 100, вот это вот. Но что-то я могу сомневаться. Возможно, это была 15 дона. Она все-таки поярче смотрится. Ну ладно, погнали еще бой. Просто допустим себе рейтинг, там две победки еще надо заделать. И будет все красиво. Но не факт, что получится, потому что вы знаете. Хотя альпака, да. Ну тут сложно сказать, задушит, не задушит. Альпака в принципе очень силен, даже если его душат. Поэтому я думаю, у нас будет все хорошо. Даже с расходом того, что команда будет полных отбитых. Но посмотрим, посмотрим, что будет по итогу. Да и в принципе вот там. Сейчас даже видно, что уже не совсем отбитый. И это хорошо. Да. Еще есть шансы на победу. Причем большие, достаточно. Потому что у нас же альпака. Ой-ой-ой, хитну ловить. Ой-ой-ой, какая у меня позиция хорошая. Какая хорошая позиция. Просто царская позиция. Царская позиция. Повезло, что противники казались глупые. Иначе бы были бы у меня проблемы. Большие проблемы были бы. Но, к счастью, противники глупые, поэтому проблем нет особо никаких. Здесь пока что убиваем... Достаточно легко противников. Ну как убиваем? Я тут один дерусь против сквада. А так, да, убиваем. Если чё. Убиваем. Ну, о, ко мне кто-то пришел, да? Да, противники пришли из другого сквада. Блин, какая игра интересная, да? Какая интересная игра просто. Слов нету. Я ничего с этим сделать не могу, понимаете, ребятки, да? Печальное зрелище. Убили, конечно, одного из друзей. Надо бы аптечку залутать с этих. А нет, все, я все откинулся, да? Или еще поживем? Или еще поживем? Жить! Аптечка! Ну, феромоны, ну! Перезарядочки немножко не хватило. Немного буквально не хватило, ребят, перезарядки, к сожалению. Эх, буквально 2 секунды не хватило этих феромонов. А вот если бы хватило, я бы затащил бой. Ну, вот, кстати, знаете, что самое интересное? Говорю, что мой сквад вроде не отбитый. А по итогу, что мы видим, а? Я дерусь соло в 2 сквада. Что делают они? Умирают. За секунду, ничего не сделав. Гениальное. Ну, мне сказать больше нечего. Я как бы, знаете, только появляешься в бой, и ты понимаешь, что за тебя уже отбиты в хлам играют. И все. Даже смотреть не нужно. Это вот просто заходишь в бой, все, говоришь одно и то же, и ты все понимаешь. Я, конечно, чуть-чуть, ребятки, это все так, чисто. На везении, потому что могли попасться нормальные. Ну, нормальные. Ой, ладно, давайте добьем. Лута никакого нету. Хотя вот, ребята, лук залутали. Но мне нужна гранатка. И вот, кстати, она. Ну, дробовичок бы найти. Но вот в прошлом бою буквально одна секунда. И можно было бы затащить бои. Но обидно. Обидно. Один сквад побеждаешь, второй сквад тебя еще душит. Твоего сквада нигде нету, потому что... О, одаренность, одаренность. Какое совпадение, да? Ой, додушили хамелеона. Сейчас нельзя дать противнику его спасти. А, они-то с кем-то дерутся. Ничего себе, они тут с кем-то дерутся. Вот жесткие, а. Ой, еще Никса на халяву задушил. Повезло, повезло. Правда, с хамелеона бы аптечку отжать. Давай, давай, лутай, быстро, быстро. Давай, давай. Я тут контролирую панду, чтобы они не спасли. Вы че, быки? Ой, а че, умер, да? Неожиданно. А как так могло произойти вообще? Как такое могло произойти? Ой, ой. Че, тоже умираем, ехидно? Ой, ой, ой. Извиняюсь, ребят, меня просто бомбить немножко. От того, что этот друг хотел вот такие вот действия делать. О, какой полезный краб пришел. Какой полезный краб.
специальные отвятки у него стрельны, чтобы в него отрикошетило уроном. Но Яра до сих пор интеллектуально одарена. К сожалению, неизлечимо, видимо. Ну вот такой замесик, да. Кто соло затащился? Совпадение. Конечно. Ужас. Просто ужас по поводу игроков, которые вот себе попрокачивали уровни, а кнопки нажимать не умеют до сих пор. Блин, поджет не попал. Но это уже мой уровень, как говорится, кнопку нажатия. Не, ну я нажал кнопку просто немножко криво, да? Не, без прицеливания. Без прицеливания, да. По черепахе бахаем на пофиг. Сейчас у нас феромоны откадешатся, и мы закинем вот так вот. О, спасатели, спасатели там с этими, с турборакетами, точнее. Я с турборакетами, они с этим. С дефибриллятором. Ты что, там канистра гелия на лизе. Очередной гений с канистра гелия на лизе, который не смог ее реализовать. Совпадение. Наверное. Ну, я извиняюсь, ребятки, тоже вот панбамбливаю немножко. Ну, просто игроки не хотят брать нормальные предметы, и мне с этого горит. Мне с этого горит, и... Ну, как бы ничего такого, да, вроде бы, с одной стороны, но с другой стороны... Ну, есть же на Лизе лучший предмет. Ну, там по-любому... Вот у него 16 уровень, там 4 слота всего лишь. Зубы вампира, раз. Укол адреналина, 2. Ботинок, 3. Дефибриллятор, 4. Кассетка, 5. Там еще можно взять что-нибудь из более адекватного, ну, наверное. Ну, уже 5 слотов. А у него 4. И он берет под этот слот что? Забыл. Предмет такой интересный. Канистру гелия он берет. Ну, как бы, ну, а что, о чем тут говорить? Он 3 слота берет... О, 4 слота берет канистру гелия. Когда там, как бы, на 5 слотов сборка уже готова, и нет смысла, как бы, брать канистру гелия. Ну, он берет. У него мозг отсутствует, и он как бы делает то, что ему говорит что-то другое. Что интересно ему говорить делать. Так, ладно, бака словим. Кассеточкой поддамажим. И пойдем. Немножко прокинули урона в альпаку. Канистра гелия на альпаке. Понимаю. Это вот знаете, ребятки, что меня может поражать немножко в некоторых моментах. Вы что, издеваетесь? Больные животные из канистры гелия. Ну посмотрите на них, а. Оно еще с отбросом прокачано. Да вы что, издеваетесь надо мной, а, животные? Как же, блин, вы бесите. 17-е животное на Яре просто. Беспонтовое. Почему вот эта фигня происходит? Почему вы четвером сдохли от одного? Бесполезные животные. У меня просто слов нету, ребят. У меня просто нет слов из этих же... Как вы надоели. Я без дробовика весь бой играю сейчас. Фух, спокойно, спокойно, не бомбим. Не бомбим, стараемся победить. Аптечки хоть взяли, смогли. Дробовик до сих пор никто не лутает. О, бобер орел залутал. Спустя миллион лет смог. Надоели, надоели мне эти вот эти гении. Мне пришлось сквад спасать из-за этих гениев, потому что они там вчетвером, оказывается, умирают от одного 17 уровня. Четвером. У нас пчела 17, орел 14, яра 13, акул 15. Они вчетвером умерли от одного Брюса. Ну как это? Ну как это можно сделать вообще? Было. Они смогли? Они гении? Ох уж тебе, ребятки, на 1100 рейтинга. Просто 17 уровни, которые не могут. А я всего лишь 18. Ну это да, альпака, конечно, супер имба. Не будем об этом. Ну как бы тут все и так понятно, но... Все равно, ну это же просто Брюс, ну... Там же пчела, она ставит турельку, и Брюс умирает от одной пчелы. Там даже ни помощи не нужно ни от кого. Они умирают. Ой, чудеса, чудеса. Интеллектуальности. В каждом бою происходят, и это меня поражает. Осталось против нас два противника, которые, конечно же, будут прятаться. Что им еще остается делать? Наверное, закончить этот бой? Или играть командой им нужно было? Не, зачем? Зачем играть командно? Они борются между собой за то, кто останется последним. Интеллектуально. Ну, что ж, ребятки, что ж. Альпаку все затащил, конечно. Было, конечно, немножко сложно. В один бой мы слили по итогу. Блин, который мне говорил, что будет команда отбитых, и говорил, что эта команда, скорее всего, не отбитых по итогу, да. Оказалось все-таки то, что я говорил с самого начала. Не знаю, почему это случилось, почему моя команда умерла за секунду, почему я соло убивал сначала сквад сверху, точнее, сначала сквад слева, потом сквад сверху. При этом у меня один труп лежал, да, и остальные трое в моей команде непонятно где, непонятно чем занимались все это время и умерли. Как это возможно?
непонятно. По логике так-то они тоже должны были соло держать по скваду, да? То есть у нас как бы вообще тогда лишних два сокобанника получается, потому что сквадов противника всего три на карте. И как бы здесь ответ очень простой. Каждый держит по скваду соло, и двое лишних остаются на поддержке, да? Но почему-то они все умерли, и один был. Совпадение, наверное. Наверное. Ладно, ребятки, будем на этом заканчивать. Вот такой сегодня альпака, супер нагибучий, супер мощный, супер имбовый. К сожалению, даже он не способен тащить бои на 1500-600 рейтинга соло. К сожалению, может очень много тащить, но не это. Потому что что? Потому что там просто заходят 20 уровни с фулл легендарными предметами. И ты как бы ты не хотел, как бы ты не старался, как бы ты чего не делал, ты не затащишь это, потому что, ну, невозможно. Кстати, кассеточка 9 уровня, прокачать будет помощнее, урончика будет тогда побольше, и альпака станет поинтереснее. Ну и ботинок то же самое. А так, в принципе, приемлемо. Еще феромоны бы усилить, но мы, наверное, еще до феромонов не скоро дойдем, потому что, сами понимаете, в магазине легендарные приметы сейчас, конечно, плюс-минус через день закидываются, но вот за гемы уже легендарных приметов давно не было. И опять же, угадаю я, что оно выпадет на нужного мне альпаку, к примеру, или нет. Опять же, феромоны я там лет 100 не видел в этом магазине. Ну, то такое. Все, не болейте, не кучайте, ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока-пока.